Ну что, а сегодня поговорим о пузыреплоднике дьявола. Насколько можно его стричь короче? Обратите внимание, вот они ветки, видите? На метр. Смело, не бойтесь, не бойтесь. Да, вначале он может у вас казаться, кто ни разу не стриг свой пузыреплодник, он может казаться у вас очень лысым. Но в дальнейшем он дает отличный прирост. Вот место среза. Последние три почки, которые крайне здесь получаются, раз, два, три, они дадут молодой прирост, и ваш пузыреплодник начнет уплотняться. Самое дальше интересное, это то, что год-два, если вы будете повторять именно с учетом этих трех почек, ваш пузыреплодник превратится в любую тупиарную форму. Хотите ли вы из этого сделать круг, или хотите вы сделать из этого кресло, или какую-нибудь необычную форму. Форму сейчас подстригу, я вам все покажу. Это один из вариантов стрижки пузыреплодника дьявола. У меня такое сердце. Учтите, отошла, видите, да? Учтите, что когда ваши пузыреплодники очень большие, вы боитесь отрезать метр. Вот я отрезала, вы видите, там ветки были метр. Да, сейчас смотрятся вот такие вот страшные палочки, огрызочки. Ну ничего страшного, они сейчас буквально через неделю закроются молодыми приростами, и все будет отлично. Сейчас мы пойдем с вами к следующим формам, поговорим о них. Следующая форма, она довольно-таки необычная, такой круг, и в середине вот такая вот, даже не знаю, как кольцо и круг, можно так назвать. Форму я сейчас не стригу, так как форма была пострижена буквально 2 недели назад, и сейчас она вся дала молодой прирост. Как только прирост поднимется, я буду стричь. Но не переживайте, что отросло там больше или меньше. Когда вы можете, тогда вы и стрижете. Когда есть возможность, тогда и стрижете. Очень хорошая форма для пузыреплодника. Вообще, на мой взгляд, шикарная. Следующую идем форму смотреть. А эту форму пузыреплодника девочки назвали кресло. Когда я показывала и рассказывала, почему она такая. Здесь маленькая дорожка, буквально полметра. И ходить абсолютно неудобно. Поэтому мне пришлось отрезать пол пузыреплодника. Вырезать. Ну, вот такое оно. Большое, высокое, плотное и очень удобное. И самое главное, я могу ходить. Идемте смотреть следующую форму. Ну, а теперь пузыреплодник. Еще один. Смотрите, какая необычная форма. На мой взгляд, очень симпатичная. Весь его скомпоновала, чтобы он не мешался в саду, не мешал расти другим растениям. У него теперь подружка есть. Еще, кстати, вчера только стригла. Видите, ветки все до конца не убрала. Барбарис, он колючий. Вот. Так что желаю вам удачи, отличного настроения. Стригите, мои дорогие, стригите и получайте удовольствие.